обед. Ну а потом он старый добрый Урал. Именно он тогда зажег на мне эту первую искру. Когда снесли гараж, я на руках принес его домой. Я разбирал его, собирал, мамка кричала: я попробуй заведи его в квартире, а мне... Опуй, Белла! Трение ветра, лечу в магазин. 76-й меня тянет бензин. Пятую сумму поехала кляча. 150, это не передача. Прямо перед носом закрыты ворота. Значит, судьба принимая в пилоты. Гипс натянул, костыли будут вновь. Зато Чкалова смело повешу на руку. Прыгай в коляску, если ты меня слышишь. Прыгай в коляску, если ты еще дышишь. Прыгай в коляску, если ты еще живой. Короче, ты будешь мой герой. И ты знаешь, мне не надо другого. Да ты просто не видел его. Я в него всю душу вложил, когда первый раз в аварию попал. О себе вообще не думал. Вышел из комы и сразу, а как там он? А он тогда был в тяжелом состоянии. Трение ветра, хороший гортан. Шкала скипает, иди на таран. Ручку добавил на пол оборота. И 190 колеса вертолета. Дайте дорогу, не надо ментов. И этих шевелов бетонных столбов. 4 секунды до будки ГАИ. А папа кричит, катапульку нашли. Прыгай в коляску, если ты меня слышишь. Прыгай в коляску, может ты еще дышишь. Прыгай в коляску, если ты еще живой. Короче, ты будешь мой герой. И сейчас я живой, и он живой. И мы вместе газуем за горизонт. Туда, где нет никакого дурдома. Оставляя за собой лишь мираж. Да, мираж, но еще, конечно же, черный перегар. И ты знаешь, я счастлив. Понимаешь?